Мурманский океанариум так и не возобновил свою работу. Напомним, учреждение закрыло двери для посетителей из-за введения ограничений. Несмотря на снятие запрета, соответствующее постановление с подписью губернатора опубликовано на сайте правительства, Мурманский океанариум по-прежнему закрыт. Сейчас сотрудники обсуждают возможность вновь открыть двери для посетителей, но пока конкретных дат и тем более афиши представлений нет. На это есть ряд объективных причин. Взвешиваемся за и против, написано на официальной странице учреждения в социальной сети ВКонтакте.